Эдуард Мане очень любил провоцировать публику. Скандал сопутствовал почти каждой работе мастера. Исключение составляет только его последняя картина. Это «Бар Фали Бержа». До этого момента люди говорили о том, что Мане подрывает устои общества. Говорили о том, что он разрушает саму нравственность. Но его последняя работа, то, что он писал на своем смертном одре, это та картина, которая не вызывает в вас никакой бури эмоций. Наоборот, у вас очень спокойная, очень расслабленная атмосфера. И вы должны всматриваться в каждую мелочь, в каждую деталь, чтобы понять, что же хотел сказать художник своей картиной. Он с детства мечтал быть художником, но родители хотели видеть его адвокатом, а в итоге молчаливый бунт молодого Мане. Его успехи в школе оставляли желать лучшего. Единственный, кто поддержал юное дарование, это родной дядя художника по материнской линии. Именно он сказал, что мальчику нужно ходить на занятия по живописи, а еще регулярно посещать Лувр вместе с ним. И вот Лувр пришелся Мане по вкусу, а занятия живописью нет. Его учили там академическому рисунку, а все это Мане считал пошлым и вычурным. Ведь ему хотелось писать портреты своих собственных товарищей. Сегодня нам кажется, что живописцы минувших эпох – все великие гении. Только сами о себе они так не думали. Дело все в том, что мы смотрим с вами на прошлое через замутненное стекло истории. А вот 19 век, он же ведь ненавидел сам себя. Все художники того времени считали, что живописное искусство достигло своего апогея, что развиваться больше уже некуда. И поэтому они пытались сделать хоть что-то. А публика их ненавидела, публика на них плевала. Публика выказывала к ним самые негативные, ужасные и отвратительные чувства. Художников того времени проклинали, но разве не проклятиями выслана дорога к славе? Разве любили люди лучшие картины Караваджо? Разве понимали они то, что делал Рембрандт Ван Рейн на последнем этапе своего творчества? Разве восприняли современники картины Михаила Врубеля или Винсента Ван Гога? Провокация всегда должна присутствовать в искусстве. Другой вопрос, что помимо нее должно быть еще что-то. Иначе спустя короткое время картина перестает оказывать на людей хоть какое-то влияние. Она не вызывает больше в них ничего, кроме безразличия. А что может быть большей провокацией, чем зеркало, в котором каждый зритель увидит самого себя? Именно тогда художника захотят закидать камнями. В тот момент, когда Мане представил публике свою Олимпию, буржуа настолько разозлились, они настолько рассвирепели, что картину пришлось перевесить как можно выше, а еще выставить к ней охрану. Его обвиняли в распутстве, его обвиняли в презрении к семейным ценностям. А все потому, что Мане показал им то, что они и так давно знали. Он показал людям продажную любовь. Общество всегда строилось на лицемерии. Достаточно взглянуть на историю, чтобы убедиться в этом. 19 век – не исключение. Великие магнаты, большие политики, духовные лидеры всегда говорили о семейных ценностях, всегда призывали к нравственности. Вот только вдали от глаз толпы они вели себя совершенно иначе. В свое время Оноре де Бальзак уже показал, на чем построены состояния самых богатых семейств Парижа. Уже потом, вслед за ним, писатель Эмиль Золя убрал из повествования Оноре де Бальзака даже мельчайшие оттенки романтизма. Этих оттенков романтизма нет и в картине Эдуарда Мане, ведь он был очень близким другом Эмиля Золя. Если сравнить Олимпию с Венерой Урбинской, кисть Тициана, то можно найти очень много чего общего. Поза, композиция, сюжет. Но есть определенные отличия. Давайте пройдемся по деталям, которые нам об этом говорят.
Дело в том, что картина работы Тициана – это изображение женщины, которая готовится к свадьбе. Вот обратите внимание на задний фон. Вы видите служанок, которые складывают в сундук ее приданное. А теперь посмотрите на саму модель. Она ведь откровенно смущена. Вы как будто совершенно случайно оказались в спальне девушки, которая готовится к самому важному событию в своей жизни. И она смотрит на вас с недоумением. И теперь еще одна деталь. Вы видите собаку, которая лежит в ее ногах. Это всегда был символ целомудренности, символ верности. И в итоге, когда вы видите эту картину, вы можете, с одной стороны, восхищаться красотой женского тела, но, с другой стороны, сказать всем окружающим людям, как прекрасны семейные ценности. Нет ничего лучше, чем любовь в браке. И всякую прочую чушь. Удобно, правда? А вот про Олимпию Мане такого подумать нельзя. Это проститутка в ожидании клиента. Какие же детали нам об этом говорят? Во-первых, имя героини. Ведь это же имя главного действующего лица в романе Александра Дюма «Дама с камелиями». Того самого произведения, на основе которого потом великий Джузеппе Верди создал свою Травиату. Но не только имя, важно еще и другое. Это лицо самой модели. Ведь на нем никакой стыдливости, никакого смущения, ровным счетом ничего. Одно только безразличие. Она смотрит на вас, как на кусок мяса. И вы на нее смотрите точно так же. Она как будто приглашает вас и говорит, вот, ложись рядом, если есть деньги. Только помни, поцелуи за отдельную плату. У нее в ногах кошка. Символ сладострастия. Она, ощетинившись, смотрит на вас. А рядом с ней служанка, негритянка, с букетом цветов. Это модная тенденция среди дам полусвета того времени. Они нанимали себе темнокожую прислугу специально для того, чтобы создать атмосферу экзотичности. Букет цветов – подарок клиента. А в роли клиента – зритель картины. Это он вошел в комнату. Это он потревожил кошку. Это на него смотрят с таким безразличием. Посетителями парижского салона, где была представлена картина, в 1865 году были в основном респектабельные мужчины, очень состоятельные. То есть они прекрасно знали, что такое на самом деле продажная любовь. И Мане бросал вызов именно им. Не случайно они так ополчились на картину, ведь повесить ее в своей гостиной они просто не могли. Публика ополчилась на художника, но что он сделал в ответ? Да ровным счетом ничего. Продолжил работать в той же манере, которую считал верной. А еще продолжил провоцировать людей. Его следующая картина «Расстрел императора Максимилиана» была уже вызовом самой власти. Ведь он показал все лицемерие правителей. Тех людей, которые вначале возвели человека на престол, потому что им это было нужно, а потом бросили его в беде и оставили с собственными проблемами. Больше всего Эдуард Мане любил жизнь вместе с ее радостями, огорчениями, наслаждением. Он считал, что не нужно искать какой-то высший смысл, потому что самое главное – это просто наслаждаться своим существованием, просто чувствовать его и получать радость от того, что ты делаешь, от того, что ты видишь, от того, что ты пишешь. Ведь самое главное в жизни человека – это просто ощущать жизнь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что свою последнюю картину, написанную уже на смертном одре, Эдуард Мане посвятил одному из самых известных кабаре Парижа. Это «Бар Фоли Бержер». Для меня это одно из самых проникновенных полотен в истории изобразительного искусства. Но для того, чтобы понять его, нужно внимательно всматриваться во все детали. Дело в том, что Мане говорит с нами очень чувственным, очень вкрадчивым языком. И вы должны глядеть на каждую мелочь, на каждую деталь. И только тогда вам станет понятна вся та тоска, которую скрыл художник на своем полотне. Художник всегда считал, что искусство – это зеркало. В своей живописи он придерживался реализма.
Но на последней своей картине он вышел за рамки реалистического искусства и показал вам одну жизнь человека, которая превратилась лишь в отражение в зеркале. Но вначале немного истории. Кабаре – это центр светской жизни французской столицы XIX века. Здесь бывали и самые известные художники, и самые известные поэты, и самые известные музыканты. Тут они могли увидеть практически все. И цирковые представления. И действительно, в правом верхнем углу картины мы видим ноги девушки-акробатки, стоящей на трапеции. Здесь они могли просто выпить в баре или же найти себе любовь на одну ночь. Действительно, тут бывали и главные денежные мешки Франции того времени, и самые известные дамы полусвета. Короче говоря, бар Фалибержар – это центр светской жизни Парижа последней трети XIX века. Мане и сам очень любил этот бар, но в последнее время его постоянно донимали боли в ноге. Ему все тяжелее становилось ходить. Он не мог уже уснуть без морфия по ночам. И в итоге весь интерьер бара он создавал по своей памяти. А к себе в студию пригласил лишь двух моделей. Это была девушка Сюзон, которая действительно работала барменшей в этом кабаре, и еще его друг, художник Анри Дюпре. Первое, что мы отмечаем, когда смотрим на эту картину, это фон. Ведь перед нами здесь зеркало, и все, что мы видим в нем, это лишь отражение. И кажется, что здесь необычного. Многие художники уже играли с этим, а Диего Веласкеса и его Менины вообще тяжело переплюнуть. Но Эдуард Мане идет совершенно другим путем. Ведь посмотрите просто на то, что он делает. Кажется, что что-то с этим отражением не так. Какое-то оно не настоящее, какое-то странное. Вызывает оно больше вопросов, чем дает ответов. Действительно, можно заметить, что в отражении и бутылки расставлены иначе. Кроме того, нет и мужчины, который стоит перед девушкой, а ее выражение лица – это вообще отдельная история, ведь оно абсолютно отстраненное, можно сказать, скучающее или задумчивое, а такого в принципе быть не могло. Ведь все эти девушки не просто разливали напитки, они же ведь по особенному требованию оказывали еще и интимные услуги. Именно поэтому в бар Фалибержар набирали только молодых и очень красивых официанток. И тут перед нами такая картина. Мы видим, что на самом деле эта девушка должна быть товаром, таким же, как шампанское или мандарины или розы, которые стоят на прилавке. А по факту она отстранена, даже не смотрит на своего клиента. Девушка в отражении в зеркале больше наклоняется вперед. Она явно заигрывает с клиентом и выполняет свою работу. А Сюзон? Нет, здесь все совсем не так. Ее лицо отстранено, взгляд обращен внутрь самой себя. Она как будто над чем-то размышляет. И такое могло быть только в тот момент, когда клиентов рядом не было. Все по той простой причине, что она явно на работе. Ее платье подчеркнуто сексуально. Мы видим с одной стороны тугой корсаж, а с другой стороны глубокое декольте, украшенное цветами. Ну и самое главное – это браслет на ее правой руке. Мы его уже встречали. Точно такой же браслет был у Олимпии. И это браслет матери самого Эдуарда Мане. Тогда мы и понимаем, что зеркало здесь не совсем реальное. Оно отражает прошлое. Оно отражает то, что на самом деле так любил Эдуард Мане. Парижскую жизнь со всей ее легкостью и весельем, счастьем и радостью. А девушка, которая сейчас стоит перед нами, она не видит перед собой художника, потому что перед ней никого нет. Художник ведь лежит в своей кровати, скованный болезнью, и больше он с этой кровати уже никогда не встанет. И все, что мы видим в отражении, это всего лишь его воспоминания. Это попытка избежать неизбежное. Это попытка найти хоть что-то, что все еще доставляет ему радость жизни. А жизнь идет. Кабаре существует. Меняются только статисты на сцене.
Еще никто никогда не смог показать в живописи такую удивительную игру времени, пространства и символики, как это сделал Эдуард Мане в своей картине «Бар Фолиберже». Поэтому нет ничего удивительного в том, что режиссеры уже 20 века так полюбили эту картину. И впоследствии великолепную игру с зеркалами мы видели и у Кубрика, и у Феллини, и у Триера, и у Линча. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. А так, до скорых встреч через 2 недели. Ваше здоровье!